Рада приветствовать всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И сегодня обещанное мной видео. Наверняка вы его ждали, кто следит за моими видео. Это покупка в магазине, в новом интернет-магазине Бисерок Шоп. Магазин организовала, как вы знаете, Валентинка Бисеринка для удобства своих покупателей. У нее есть группа в Одноклассниках. Ну, я уже говорила, что не у всех есть возможность или желание, или умение пользоваться соцсетями, и поэтому интернет-магазин это всегда значительно удобнее, да, для кого-то. И я сделала заказ, если вы помните. Кроме заказа нас ждет еще приятный сюрприз. Нам нужно вскрыть этот пакет. Ага. Пакет нам можно открыть без ножниц. Самой не терпится посмотреть. Посылочка такая увесистая достаточно. Так, ну, начнем постепенно. Да, сюрприз отложим на попозже. Это моя посылка. Ой, ну все так аккуратненько упаковано. Прям я обожаю получать от Валентины посылки, потому что, ну, до того все ладненько продумано всегда. Так, я тут аккуратно скотчиком заклеена. Вот. Такие аккуратные мешочки всегда. Все так ровненько сложено. Так. Вот она моя посылка. Вот он мой заказ. Навстречу солнца. Девчонки, какой же он красивый. Я уже видела кусочек вот такой отшитый. И это было нечто незабываемое. Так, посылка такая тяжелая. Я же бисер еще заказывала у Валентинки. Вот она моя, Петр и Феврония. Как я и ожидала, она не очень большая. Искала я свою икону Петр и Феврония, но вот как-то мне то лица не нравились, лики, да, то не нравилась сама икона. Это у нас от Эдельвейса, нашего тюменского Эдельвейса. Мне очень нравится эта разработка, она не огромная. Цвета бисера здесь не указаны, просто цвет, название цвета и количество бисерин. Артикулов, к сожалению, нет. Ну, к иконам подобрать не очень сложно. Есть определенные правила, по которым нужно следовать. Я думаю, что я справлюсь. Вот это довольно давнишний мой заказик Валентинке. Я заказывала подарок своей подруге, хотела сделать. И вот я его получила. Это от Даны. Вот такой артикул. И я, кстати, вам не назвала артикул. Наверное, надо бы это сделать. От Эдельвейса. Ну, красивая такая иконка. Посмотрите, какие лики красивые. Вот хотелось мне Петра Февронию отшить. Уже как бы у меня подруга, она очень любит эту икону. И постоянно ее заказывает в разных видах. Так, ну и вернемся, наверное, к моей коробочке. Навстречу солнцу называется. Так, что у меня тут, заглянем. Ох, хулиганка. Валюшка, как всегда, положила мне сладости. Положила мне сладости. Говорит, ты, я сладости не положила. А вот они, сладости. Это моим детям. Огромное спасибо, Валюшка. Ой, какая прелесть. Очень мы любим шоколад. Так, теперь смотрите. Я заказала бисер. И что интересно, я заказала бисер, которого в наличии особо не было, и Валентинка все равно его нашла. Удивительно. Вот они, ниточки, которые я заказала попробовать от Мадейра. Вот они на таких маленьких шпульках, бобинках. Ой, и лотерейка. Девчонки, давайте вскроем вместе с вами лотерейку. Это всегда приятно получать лотерейку. У Вали есть такая вот интересная традиция класть лотерейный билетик в посылку своим зрителям. И все это, знаете, как в детстве. Покупали за 20 копеек. Скидка 7%. Мне очень нравится картинка, превьюшка у Вали на канале, у Вали в группе и в магазине, да? Вот, получила я эти бобинки. Я вам показывала, что в заказ, что я их положила в корзинку. Ну, попробуем, попробуем. Так, фирменная намоточка Мадейра. Вот, я фломастер вам показывала, который можно удалить сразу, да? Положила его тоже себе в корзинку. Вот сам фломастер. Надо же, а? Как же им пользоваться? А, наверное, вот этим рисуем. А давайте попробуем. И сразу удаляем. Этим рисуем. А этим удаляем. А, точно есть такой момент.
Есть такой момент, здорово. Ой, какой красивый. Это в подарок мне положили. Смотрите, какой красивый бисер. Мама дорогая. 37109. Я такой номер даже не знала. Как вам его передать? Это вообще возможно или нет? Какой красивый. Мамочка дорогая. Потрясающе. Спасибо, Валюшка, огромное. Подарки — это всегда приятно, правда? 10.050. Вот видите, он по 5 грамм. Ну, потому что не было, видимо, вот такой упаковки. Но главное, как это говорится, что заказ полностью выполнен, да? 10.050 матовый. 10.070 матовый. Решила заказать матовый, потому что у меня их нет. 10.020 матовый. И вот этот у меня уже просто закончился. 37.342. Ну вот вы видите, что Валентина работает с гаммовскими пакетиками, с гаммовским бисером. И, собственно говоря, кто-то нечаянно думает, что бисер прециоза гамма или бисер прециоза в таких фирменных пакетиках или черевно-мыть — это разные производители. Нет, это один и тот же производитель насыпает в разные пакеты, поэтому артикулы одни и те же. Просто был как-то разговор, спор в группе ВКонтакте, и одна девушка написала: можно попробовать купить бисер другой фирмы, поискать нужный вам бисер у другой фирмы. Я говорю: это в какой же? Она пишет: в гамма. Ну, то есть человек думает, что это совершенно разные вещи, хотя это одно и то же, собственно, один и тот же производитель. И каких-то других артикулов специально он не выпускает. Давайте теперь посмотрим, что же я приобрела в коробочке «Навстречу солнцу». Какой набор. Вот смотрите, в Инстаграм есть Валентинка. Валентинка, нижнее подчеркивание, бисеринка 10. Группа в Одноклассниках. Бисер, бисер, бисерок, да? И магазин, сайт «Бисерок Шоп», интернет-магазин. Ну и вот как у Вали всегда, я говорю, настолько приятно. Прям даже не знаю, за что браться. Ниточки положены. Ну, я знаю, что у Вали ниточки хорошие кладутся в набор. Так, канва. Канва тоже очень хорошая, мне кажется. Ой, прям хорошая канва какая. Она не рыхлая, она такая плотненькая. Так. Два фломастера для разметки в набор входит. Иголочки. А, вот мне Валентинка положила попробовать иглы. Две иглы. Она сказала, что у них широкое ушко, не острый кончик, они не очень длинные, но вышивать на чистой канве ими легко и приятно. Ну, в общем, давайте будем пробовать, тестировать, да, так сказать. Будем смотреть, может быть, действительно на чистой канве переходить на другие иглы. Так, ну, канву мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим, что вот в этой волшебной коробочке у нас. Ох, какая она полненькая, прям эта коробочка. Ну, тяжелая, потому что набор, видимо, очень большой. А давайте посмотрим все про этот набор сначала. «Навстречу солнцу». Размер, девчонки, боюсь сказать, 60 на 36. Это сколько я буду вышивать? 51 цвет бисера, канва «Аида». Бисер «Чехия» первый сорт. Маркер «Самоисчезающий». Нить, иглы, бумажно-символьная схема. Символьная, да? Ну, схема очень красивая. Ой, какая она. Так. Такое все качество печати, такое замечательное. Ну вот она, сама эта работа красивущая. Качество печати, конечно, изумительное. Ну вот как можно не заказать такую работу? Ну, как-то от таких орлов вот некоторые производители выпускают, но все они все равно получаются разные. Разная проработка, разные детали какие-то. И вот я не могу прям, ну как можно было такую работу вот не заказать, да? Исключительно хороша. Я знаю, что прорабатывался набор долго, этот сюжет качественно, подбор бисера проходил очень скрупулезно. Ну и, собственно, цветосимвольная схема. Вот цветосимвольная схема. Не знаю. Вроде бы я сейчас вышиваю по цветной схеме. Ну, тут еще значки и символы, и цвет, наверное, я справлюсь. Да, и они, скорее всего, соответствуют цвету бисера, поэтому мне будет, надеюсь, не очень сложно. А знаете, сколько
18 листов у меня. А нет, здесь 18 листов, но схема на 12 листах. А это просто расположение, по-моему, да, или нет? 12, 13, 14, 15, страниц, 14, 15. В общем, буду разбираться. Бумага такая качественная, прям аж приятно в руки ее взять. Интересно, что это за бумага такая волшебная. Ну и самое, конечно, интересное, это заглянуть внутрь самой коробочки. Девчонки, знаю, что ждете, наверное, сюрприз, который нам прислала Валентинка Писеринка. Но мне хочется все по порядку рассмотреть. Поэтому сначала все-таки посмотрим, что же входит в набор, кроме канвы, схемы, фломастеров. Ну, уже достаточно, да, иголочек. И открываем эту коробочку. Вау, девчонки, вау. Да, я даже эту идиллию нарушать не хочу. Какие красивые цвета бисера. Боже мой. Вам видно, да? Посмотрите, как все здорово. Как все здорово уложено. Это же вот так вот красиво сидеть и укладывать. Вот смотрите, цвет не то серый, не то сиреневый. Красивый, правда? Какой-то... Да, он такой, скорее, сиреневый. Ой, как хочется заглянуть подальше, но я не буду весь доставать его отсюда, нарушать эту красоту. Нет смысла. Собственно, все вы увидите, когда набор будет отшиваться. Вот, вот такой вот красивый набор, полная коробка. Ну, много цветов, конечно, поэтому он такой увесистый. Пакетики, кстати, очень качественные. Мне нравится, когда используют пакетики вот такие вот, ну, качественные, которые можно использовать. Насыпал себе необходимое количество и убрал. Часто пакетики рвутся. Вот такая красота. Набор на чистой канве навстречу солнцу. Ну, мне кажется, я вот уже не первый раз вам показываю наборы от Валентинки Бисеринки. И мне кажется, вот я еще ни разу не слышала отзывов, чтобы люди остались недовольны ее комплектацией или отшивом этих наборов. Ну, вы можете посмотреть у Вали на канале, у Вали на сайте и в группе в Одноклассниках есть как раз отшитые работы по ее схемам, просто по схемам других производителей. И мне кажется, там есть достойные, прям вот достойные варианты. И подобрать для себя вы обязательно что-то сможете. Девчонки, очень важная информация. У Вали была объявлена, была объявлена скидка 10%. Еще у Вали есть промокод. Если вы помните, я вам писала, что есть промокод 5%. Про этот промокод вы сможете посмотреть видео. Ссылочку я вот здесь вам оставлю. И если вы хотите приобрести любой набор по чистой канве по акции, акция 15% получается, ну, в смысле, акция 10% плюс ссылка, вам нужно будет перейти на ее страницу. Я вам сейчас все это покажу. Мало того, что вы сможете... Специально Валентина сделала для моих зрителей, продлила эту акцию сегодня. Вчера уже ночью я залезла, посмотрела, до конца акции оставалось 2 часа. У нее идет там таймер обратного отсчета. Сейчас я вам все это покажу. И вы сможете... Для моих зрителей вы можете писать, я зритель Татьяна Барыльченко, в общем-то. Ну и, собственно, и еще на неделю я попросила эту акцию. Она была приурочена ко Дню России, она была приурочена к открытию нового магазина. И поэтому, девчонки, если вам хочется, воспользуйтесь, потому что, ну, там есть на что посмотреть, честно говоря, есть из чего выбрать. И мало того, что и так цены приятные, да, для такой комплектации, и еще вы получаете хорошую скидку, если что-то даже у вас было в планах, покупайте именно сейчас, не откладывайте, у вас будет всего там одна неделя, да, по-моему. Ну, посмотрим, как это лучше сделать. Вот вы вошли, допустим, в магазин Bizerok Shop, ну, выходите в каталог. Неважно, что вы тут выбираете в каталоге, да? Ну, наборы на чистой канве же нам надо.
Ну вот набор «Розовая рапсодия». Кстати, просто обалденская. Просто нажимаем «Добавить в заказ». Вот мы его выбрали. Корзинка у нас высветилась. Нажимаем на корзинку. Вот здесь вы заполняете свои данные. Промокод, вы помните, да, есть. И комментарий к заказу. Вот здесь в комментарии к заказу вы пишете: я являюсь зрителем Барыльченко Татьяна, и вам еще целую неделю от сегодняшнего дня будет 10% скидка плюс к 5% промокода. Нажимаете заказать, и вы получаете набор по чистой канве со скидкой в 15%. Мне кажется, это здорово. Если у вас были какие-то желания, но вас останавливали цены или останавливало, ну, погодю, знаете, как погодю, есть такое дурацкое слово. Я думаю, подожду, да, и сегодня как раз то самое время, чтобы сделать заказ замечательной работы. Для самых терпеливых мне хочется показать, что Валентинка нам прислала. Я вам еще в предыдущем видео, о котором рассказывала про открытие ее канала, обещала. Сюрприз приятный. И вот этот приятный сюрприз. Называется «Дом на фоне заката». Это набор по чистой канве. Валя в качестве спонсора предоставила нам, чтобы мы могли с вами разыграть на моем канале. Девчонки, я очень хочу, конечно, открыть, посмотреть, что там будет. Но тут, видите, вот лотерейка, сам набор. Вот я вам покажу превью канва. Вот. Я думаю, что в самом наборе лежит все то же самое, что и у меня. Ниточки там, фломастеры, иголочки. Все как положено. Вот. Это красивущая работа. Сколько у нас тут цветов бисером? 33 цвета. А вот, наверное, на превью все и видно, да? Нет, надо заглядывать внутрь. Ой, девчонки, какой уютный сюжет. Я думаю, что на любой вкус. Да, тут 33 цвета бисера. Вот он, ключ. Вот такая красивая работа. Цветная схема, не буду доставать. И этот набор мы с вами разыграем. Ну, когда? Давайте разыграем. Сегодня какое у нас число? Сегодня 15-е. Хватит нам 10 дней, 25-го. Давайте я посмотрю по календарю, когда нам удобно это сделать. Все-таки 25-го в четверг это будет. 25 июня мы проведем этот розыгрыш. Я думаю, что 10 дней, даже те, кто на даче, те, кто работают, я думаю, что есть и выходные будут в промежутке, и в будние дни, и у кого даже загруженность большая, наверное, смогут за 10 дней посмотреть это видео. 25-го в 12 ночи, в 00 часов, я сниму видео о розыгрыше, то есть прекращу все поступления всех сообщений и разыграю этот набор, предоставленный нам Валентиной. Девчонки, изумительный наборчик, упаковано все очень аккуратно, комплектация классная всегда. Я думаю, что вы получите большое удовольствие. Да, счастливчик будет только один, счастливица, наверное, скорее всего. Ну, хотя я думаю, что имеет смысл. Так, я сейчас все хорошо упакую, да, плотненький этот. Вот. Что же, какие же условия должны быть? Ну, давайте, поскольку спонсором этого розыгрыша является канал Бисер Бисер Бисерок, они мне предоставили любые условия, на которых я могу разыграть этот набор. Значит, ну, под моим видео вы пишете, что я участвую, потому что многие оставляют комментарии и не хотят участвовать в розыгрыше, поэтому для меня важно, чтобы было написано слово «участвую». И, наверное, все-таки вам нужно быть подписанным на канал Валентинка Бисеринка. Ссылку, конечно же, я оставлю в инфобоксе под видео. Под видео есть такая стрелочка, нажимаете на нее, и выпадает окошко, в котором есть подробная информация к видео.
Многие просто не знают, как это сделать, да, пользователи. Ну, увидите справа в телефоне, если вы сидите, вот такой треугольничек, и подробная информация откроется. Пишем «Я участвую». Вам нужно быть подписан на канал Валентинки Бисеринки. Ну и, собственно, больше никаких условий. Разыграю я, скорее всего, не в прямом эфире. Просто сниму для вас видео розыгрыши и выложу. Можете рассчитывать на мою порядочность. Я никогда не подтасовываю факты. Выиграет только тот, кто действительно, ну, кому действительно повезет. Прям держу в руках этот набор и понимаю, какой вот он добротный, качественный и, самое главное, какой он уютный. Здесь столько цветов красивых. Посмотрите, я имею в виду, он разноцветный, его вышивать не скучно. А небо какое просто обалденское, да, непривычное нам голубое небо, как в моем наборе, например, да. Тут его голубым тоже сложно назвать, но тем не менее классическим. И такое небо на фоне заката или, может быть, рассвета, ну, похоже на закат скорее. Вот, девчонки. Значит, розыгрыш мы договорились 25 числа. Нужно быть подписанными на канал Валентинки Бисеринки. Да, обязательно проверьте, насколько ваша страница у вас открыта. Вам нужно для этого выйти, наверное, с чьего-то аккаунта и посмотреть на свою страницу. Потому что многие мне говорят, ну, у меня же открыта страница. Но для вас она, конечно же, открыта. А для других она, к большому сожалению, очень часто не открыта. Вот. Я желаю всем удачи. И увидимся с вами по поводу розыгрыша 25 числа. А в промежутке вы еще увидите не одно видео, которое, я надеюсь, вам доставит удовольствие. Сейчас я с вами прощаюсь ненадолго. Скоро увидимся. Всем отличного настроения и пока.